У меня просто замечательное начало. Оно начинается с того, что типа я у тебя спрашиваю, зачем тебе мент дрочит? Так, слишком громко игра. Ща. Погоди, я сейчас, короче, игру ли настрою в 5 сек. Нахер, нахер. Нихрена себе там машина. Что там происходит у тебя? Не стрелять. Ну-ка дайте-ка я сяду в эту тачку. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо, тихо, быстрее, быстрее, быстрее. Угу. Отлично. Зайдешь, на такой тачке будем гонять. Ищите, Блад, спасибо, что подписался. О-о-о-о-о-о-о. Что такое у тебя? Надо в ремонт отъехать. В ремонт? Надо от ментов спастись и в ремонт заехать. Такая машинка, ёлки-палки. Нам теперь все враги будут нипочём. Хм. Прям базарю. Так, слушай, ну чё, начинай кидать мне инвайт. Я залетаю тогда. Сейчас только карту достану быстро. Так, давай. О, всё. Того это ближе. Вот. Так, так стоп, и... нет. Или так. Ну-ка. Короче, скажешь? Да, да, да. Нет, у меня все нормально. Давай, я думал, у меня, короче, завтыкал. Нормально? Да. Ищите, Влад, спасибо. Отлично. Блин, у меня одно колесо осталось на машине. Кого? У меня одно целое колесо осталось на машине. Остальные без шин. Так, все, я вижу твой инвайт. Залетаю. Давай. Ага. Ходи. А, машина моя горит. Ё... Так, слушай, но я буду время от времени, короче, альтабаться, если что. Что будешь? Альтабаться. Но я тебе говорил, почему. Да, 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 я... Садись в машину, дура. Все, в принципе, я зашел. Так. Я просрал супер тачку. А что за тачка-то была, ты расскажи. Охеренная тачка. У нее был пулемет. Опа, она. Серьезно? А ты где, мать твою? У-у-у, я только вышел, мне сразу дают пизды. У-у-у. У меня лоу хп. Алло. У меня тоже лоу хп, она еще. Ты где военных этих, мать его, нашел? Я просто начал по ментам стрелять. Ёбаный рот. Держись, братан, я уже рядом. Я их пытаюсь взорвать, короче. Ты метку видишь, куда надо ехать? Так, я запускаю. Нет, не особо. Пиздец их тут. О, все, у нас реально тачка. Только у меня там... здесь мясо. Просто тоже. Мясо. Нет. Я пытаюсь ебаться. За мной вертолет идет. Меня выкинули? Почему такое жесткое начало? Я думал, сейчас, короче, лайтовенько все начнется, а тут уже просто мясо. Да блин! Так, стоп, я хочу сделать звук немножко погромче. То, что его. Он слишком тихий. Это не я виноват, это игра виновата. Она сама меня заставила убивать ментов. Уйоу. Убей меня, с тобой ничего не будет, все нормас. Погоди, а где метка? О какой метке ты говорил? Я ее не вижу почему-то. А, все. Все, сейчас, сек. Блять, он на вертолет ебучий. Просто... Ой, бля, меня сейчас ебнут. Просто садись.
Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Надо, короче, сейчас по опасно, знаешь, что сделать? А? Надо миссию... Ну, куда ехать на миссию сделать? Ну, так, а ты можешь же, да, какую-то метку там? Поставь маркер. Убирай там. Ну, эскейп убери. Погнали. Я... На чё, кстати, здесь карта? Ну что карта здесь? А, тап, карта, ой. Карта. Бля, совместная миссия, да. Блять, не туда. В другую сторону. Тут ментов просто куча, я даже развернуться не могу. У меня стреляют с РПГ. Лол, самый прикол, ты их, короче, всех нафармил, этих дебилов, и они все за мной гоняют. Не только за тобой. Блять, я в речку ебался. Там целая сна. Я-то сейчас это практически на танке еду. Ты на танке едешь? Ну тогда ясно, тебе вообще похеру. Я пытаюсь тут скрыться, тут просто мясо. Нереальное. Ой, у меня сейчас там. Эти бучие менты. Тебе есть. Тут просто трэш какой-то. Нереальный. Фак. Начало хорошее. Мне еще 2-300 ехать, короче. Пать, он... Ёбаный! Они мне просто перекрывают и шмаляют по мне с пулемета. Да-да-да. Мне это знакомо, поверь, это знакомо. Блять. Ну уйди. А, блин, всё. У меня тачка уже просто консервная банка. Я еду на консервной банке. У меня, короче, 1.5 км осталось. У меня тоже практически 1.5. Так, я... Все, я больше не на танке. Я миссию начну. Да, так вон он ты едешь, блядь. А, ты сзади? Да, за тобой сват едет. Давай, гони. Да я пытаюсь, лол. Ты посмотри на мою консервную банку. Я тебе говорю, это вообще пиздец. Телепортируются машины. У тебя моя тачка телепортировалась? Вражеская тачка. А, я думал моя. Жесть. Что тут салат делает? Кто салат? Два. А. Я думал салат. У тебя миссию начнем, я хотя бы на телефоне включу свою трансляцию. Чтобы... Блять, у меня тачка загорелась. Нет, да ты не попрыгивай рядом. Она выпрыгивает у меня из тачки и прям рядом с горящей тачкой. Это такая логика. Все, я прибежал. А он к сутенеру прибежали, окей. Разбудишь, сук. Полагаю, ты не за тем, чтобы здесь трахаться. Ясно. Кофе. Помощь. Ну, у меня реклама GT1070. О, там много. О, ты вообще конкретно поменял свой скин? Прям вообще полностью ты его, походу, поменял, да? Ой, я тачку пинаю. Бедная машина, ну ты... Ой. А, нормас, они на нас не сагрились. А, не сагрились. Нет, один есть. Один мент. Ну, типа, как одна звезда. Так, надо шлюх побыстрее спасти. А, точно, мы же спасаем шлюх. Шлюх увели, верните их. Блять. Надо, короче, возвращай шлюх. Другой. Их надо ёбнуть, типа? Ну не шлюх, а вот этих типов. Ну я понял. Давайте, садитесь уже. Ну, шлюшки. А, нажмите Z, чтобы... А, типа, лол, я понял. Ты, короче, типа свистишь, и шлюхи садятся. Свисти, свисти на Z. Свисти громче. Ты распустишь группу так. Ну еще одна шлюха уже не вместится. Бля.
Я говорю, надо на двух машинах. Вот, вот и сейчас, кстати, этот троллинг был бы опять вот к месту, типа. Знаешь, какая не влезла? Черная. Типа, это потому что я черная, типа. Поэтому вы меня не взяли с собой. Ой, сори. А, вы бросаете один из своих товарищей, лол. Через 5 секунд, 4, 3. А, она бежит за нами, лол. А, да? Черная штука за нами бежит. Поехали. Беги. Она еще 300 метров, она рядом. Лол, what the fuck? Давай стреляем, короче, рядом с ногами, чтоб она быстрее бежала. Быстрее беги, жирная шлюха. Давай. Ну, жирная шлюха. Я случайно в ногу попал. Да, блять, она что-то хромать начнет. Да, давай. Быстрей. Быстро, быстро. О, нихуя там точка. Ты че, мудак? По-любому там черный. Шлюха, быстрее. Быстрее, шлюха. Давай, поехали. А, да, она рядом. А, по ней попасть-то нельзя, я в ней стреляю, и хп не сносит. Не, типа, по ней можно попасть, но, типа, не убить. Да. Ну! Я ей по ногам стреляю. Давай быстрее, шлюха. Наконец-то эта шалава приперлась. Давай, из четырех. Чё она в машину-то села, дура, жирная? Лазь. Надо последнюю шлюху спасти, садись в тачку. Го-го-го-го-го. Всё, я рядом. Погнали. Погнали, последнюю спасём. Пойдём, пойдём, пойдём. Ну чё, 500 метров ещё ехать? Я понял, она же жирная шлюха, поэтому она хотела... Она хотела просто похудеть, чтобы стать худой шлюхой. И решила побежать. Верный способ похудеть, бежать за тачкой. Так, по штуке проехались, найс. Она жива хоть? Да. Вроде жива. Ну, ну, садитесь. Да. Я ей... Ой, лол. Алла, вы тупые. Она такая тупая, я ей, короче, свищу, а она танцует. Быстрей, садись. Да чё ты встала-то? Она... Может, её типа снять надо? А, мы взяли эту жирную шалаву, пойдём. А нет, у нас 3 из 4, стой. А. Или да? Так и должно быть. Вы бросаете. А, мы ее кидаем, да, типа? Да, да, да. У нас может прерваться, скорее всего. Ну быстрее! Эта дура, она стоит. У нас 3 секунды. Это пизда, по-моему, ГГ это. Это ГГ, походу. Не? Не-не-не-не-не, ща. У нас сверху вертолет. Давай, дура! Ну! Она застряла! Это дура в камнях застряла, я ей пытаюсь свистеть. Давай, дура. Она в камнях застряла, ой, овца. О, бежит. Да давай, шлюха тупая. Дура, блядь. Скорее, садись. Да, блин, отстреливай. Давай скорее, шаболда. Все, давай, едь. Блядь, отсюда. Три звезды врагов, прикинь, блядь. Сипитесь нахуй сюда. Хорошо хоть недалеко ехать. Да жесть. Тупо шлюха застряла в камнях. Ага. Стой, а у меня что, стрим на месте стоит, что ли? Да. Что, мы приехали? Давайте. Все, пойдем их заведем скорее. А, вот все, отлично. Ой, пилотаж. Бик. За них 2000 получили. Вы открыли новые локации для зданий пилотаж. Поищите их на карте. Мне что-то как-то не особо хочется выполнять повторно такие миссии подобного рода. Почти 11 авторитет. Угу, окей. У меня идет ожидание тебя. Сейчас, у меня что-то стрим косичнул. На сек я... Альтабнусь быстренько. А то у меня тупо он на месте, короче, стоит и все.
Шикарно. Так, я... Все норм? Нет, я перезайду. У меня стрим, он на месте стоит. Я сохранюсь. Стоит, пока... стоит, да, я пока тоже сохранюсь. Ты пока не проходи, это без меня, я быстро перезайду. Ну, само собой, я не буду проходить. Давай быстрее. Я пока, короче, отпишу кое-что. Трансляцию остановлю. Да, давай, ты там можешь так же сделать. Ну, типа, а что еще делать? Saints Row. Как, типа, бить всяких шлюх там, например. Так. Saints Row за язык. Угу. Сейчас я тебе инвайт кину. Скажешь, да, как тебе инвайт кинуть? Пока все настрою еще по звуку. Что-то у меня такое чувство, что звук опять громче. Идет. Просто... Это у меня... Короче, суть в том, что у меня картинка на месте застыла. Як. Я тебя кинул, инвайт. Чекай. Охереть, тут акула-сутенер. Ты видел хоть раз акулу-сутенера? Нет. Тут есть акула-сутенер. Лол, я впервые такую хуйню вижу. Так я... Ты, оказывается, можешь меня и не приглашать. Пойти, да, принять. Короче, помнишь того типа, который нас таскал на это, в повозке? Ну, типа сутенер. Во, короче, смотри. Акула в его шляпе с цепью и золотыми зубами. Блять, где такое можно увидеть, как не в Saints Row? По-моему, только здесь. Акула-сутенер. Погнали. Поехали. Ой, гардероб. Какой гардероб? Я думал, это дверь, а это гардероб. И выход. О, хоть стрим начал работать человечески. Покинуть жилище, да. Где ты покинул жилище? Я еще не покинул. Вот, выход. Почему я жму выход, а она не выходит? Может, здесь можно выйти? Блять, мы в хате сутенера, походу, навсегда остались. Сутенер, падла. Бля. А, вот, иди сюда. Все, найс. А дальше-то куда? А, вниз. Окей. Да, блядь. Ай, ты что меня бьешь? Ну ты встал. Катина, блин. Так, ты встал и заблокал. О, нашел выход. Давай. Ох, нихуя. Сейчас. Че, я миссию пока активирую какую-нибудь. Го. Поехали. Так, а что по магазину? Так, бабки надо забрать. Быстрая перезарядка, особые патроны можете. Бабки меня не интересуют. Нет. Тоже шляпа, братки. Тоже фигня неинтересная. Урон от пуль. Ну ладно. А, 8К, я понял. Урон от пуль уменьшу. Я хотел урон от пуль типа второй уровень, но что-то, короче. А, да? А мне 8К надо. А, у тебя нет, что ли? Ты видишь? Нет, у меня первый есть, типа, но второго нету. Да, сек. Сейчас я в тебя моликом кину. Что за тачка интересно? Че, погнали? О, моя тачка приехала. На это йоу. Вот это нормальная тачка. Погнали. Давай. А чё, она только в соло, что ли? А, нет, могу. Ёпта, вот это жесткая тачка. А, стой, лол, я могу стрелять. Ху-ху-ху-ху. Погнали. Вот это нормальное начало. Все, мы бессмертные, короче. Сибись, машина. А, лол, тут еще и можно прицеливаться, я понял. Неспоримые, ой, блин. Сейчас мой сек отвлекся на чат. Тут просто жесть. Так, ну хотя пушка перегревается. Но вот это вот единственная проблема. Так бы можно было спамить вообще бесконечно. Ну, предусмотрели. Да ты чё, бля. Вот это нормально, сейчас надо КамАЗ взорвать, блядь. Йоу! О, в смысле, как мы так взлетаем?
Это что происходит? Наконец-то КамАЗ дорвался. О-о-о. Это жестко. А, можно же еще назад разворачиваться. Ой-ой-ой. Уже 4 звезды, чувак. Нихера мы просто подлетаем. Мы летаем на танке. И они взрываются. Да. О-о-о, здесь. Нихера она еще и дрифтить может. Жесть. Ну-ка не едь за нами. И ты тоже не едь. Они аж гасятся от нас просто. Зачем они нас пытаются остановить? Зачем они едут под нас? Это же бесполезно вообще остановить нас. А, кстати, ее реально вообще взорвать или нет? Да, реально. Видишь, она уже дымит у нас. Нет, я вижу, как у нас колеса, как будто как восьмерки, блядь. Не, ну у нас это... Ой-ой, у них такие же тачки. А, нет, все-таки... А, я понял. Я застрял. Я не могу вылезти. Я пытаюсь вылезти, но я типа... А, вот, я вылез. Все. А, беги назад, беги назад. Ай, бля, меня... Тут жопа. Оживите, братка, я понял. Пожалуйста. Спаси, брат. Ай, по мне проехались. Брат. Я пытаюсь, меня сейчас убьют, нахуй. Нет, меня ёбнут сейчас. Братиш. Нет, тут мясо, тут мясо. О, у меня хп нет, все. ГГ. Сука. Братан. Это жестко было. А сколько мы набили максимальное количество? Ну, звезд. Смотри, тетка едет. У меня телка едет, короче, на машине. У меня телка на машине ехала. Че, садись ко мне? Ты запрыгнул в машину, где телка сидела? Не-не-не-не-не. У меня, короче, просто ей тачка, и у меня какая-то тёлка просто стояла на ней. Ага. Типа рандомно. Го? А, не в ту сторону. О, у тебя РПГ еще есть. Найс. Погоди, только по ментам не стреляй. Ой, я случайно его задел. Бля. А, кстати, ты кого-то взорвал? Теперь вижу, что да. А ментов нету? А, нет, есть один. Одна звезда. Воу. Мы, кстати, сейчас так можем сами взорваться. Ебать. Я открыл дорогу нам. Ой, у нас 3 звезды. Открыл дорогу нам, а нам все равно поворачивать надо было. Не прямо ехать. Колес нету. Да, у нас колес нету. Не, ну в смысле, оно есть, но, блядь. Гаситесь машины нахуй отсюда. Стреляй, да, вертолет. А, промазал. Тут промазал. Немного, ни о чем осталось. 100 метров. Стой, стой, не заходи, не заходи. Ай, да, сори. Я хотел вертолет, уничтожить. Что у нас, что за мусорка у нас на голове? Гонка какая-то, кто управляет? Я. А я, получается, молотова могу кидать. Да, мы горим, летим. Музыка еще такая. Ой, классика. Так, погоди. А ты сжечь их должен, типа, машины или что? Кидай в машины, в общем. В людей, в машины кидай. Да я попасть по кому не могу. О! Вау, вау, вау. Во, нормальная тема. Погнали. Класс. Вот это нормально. Ой. Почему у нас тачка не взорвалась по итогу? Она может взорваться разве? О! Ха. Горим, о. Так. Не, мы походу не взорвемся. Секунд 7! Ты его еле задел, и он взорвался? Погоди. Да, лол, я тоже могу, типа. Я понял. Секунды. На последней секунде я успел. Успел? На последней секунде я успел. Изи. Ой, хорош. Тупо изи, на последней секунде. Тайминг поймал. О, а, путь огня. Ожидание. Сатхэриал.
Не Сет Хириал, Сетрил. Можешь просто называть Сет. Так проще будет. Просто С. С. Тебя что убьют? За что вы меня стреляете? Твою мать. Так, да, зачем она села? В матас. А вот все норм. Че я выберу? Гон на глаз тигра. Да прими. Да. Примани. Да, все. Все, ништяк. Если мы сейчас звезды, короче, наберем на мотоцикле, это не прикольно будет. Нас тупо задавят. Стой, стой, остановись, остановись! Ясно. Надо пиздить. Вон там много хп, короче, у него дохуя баба. Да? Ты все бабки, что не забирай, да. Да, в него гранаты убил. Ай, 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 ай. Каре гранаты кидай. Что ты по мне там бьёшь? Да я не по тебе, я по нему стреляю. Алло. Он живой хотя бы, нет? Ну он живой. Да. Все, мать... Нихера себе, стой! Нихера, он шмаляет. Мне сразу сколько хп... Да-да-да, я видел. Лол. Вали его. Бля, где снайперка? Блядь, он ко мне бежит. А, все, он упал, он упал. И чё, что а, нет, 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 он сейчас станет стопудово. Сука. С РПГ в него, блядь. Ванный кошара. Блядь, он у меня просто бежит лёжа. У меня тоже. Куда он побежал? Давай его пизди. Он, походу, угасится, короче, убегает от нас. Ой. Он умер? Где бабки? Да. Снова? Теперь он умер. Он где-то умер, а там блядь! Мое здоровье. У меня хп нету. У меня тоже. Да уйди. Да, теперь он точно сдох. А, он еще был жив тогда? Да. Ну когда мы к нему стреляли, типа он был жив. А бабки ты забрал, что ли? Да я их вообще не видел. В смысле, я их забрал. Сколько денег у тебя, посмотри. Че? Блять, меня КамАЗ хочет сбить. У меня 8к. Я же говорю, я не забрал. Короче, вот если таких кошаков, да? Одни из них могут быть такие, у которых дохуища бабок. Одни из них? Так, а, типа лол, я думал, каждый. Не-не-не, не каждый. Ну, значит, это сломанный кошак, поехали. Погнали. Я просто... А, стой, 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 стой! Вот это разве не бабки? Нет. Вот это. А, нет, это от столба, я понял, го. Ну, садись, садись. Погнали. Я думал, это бабки. Серьезно, могу. А у него они это, слушай, как-то в кейсе должны быть или просто они выпадут? Ну как типа с людей падают, убиваешь. Это с людей. Как обычные баксы, типа. Бумажки, да? С дробаша будут стрелять, пока едем. Да, твою мать. Все. О, все. Приехали так быстро. О, с тигром, лол. С тигром? Серьезно? Тигровый эскорт. Ты тигр... Ой, блядь, он меня царапает! Ты бьешь тигра по ебалу! Ты зачем тигра по ебалу бьешь? Успокойся! Он тебя сейчас расхерачит! Вот, лучше гладь его! Сначала по ебалу ему, короче, надувал, потом гладит! А, я его почесал! Храбрость, живая ярость! А чё делать-то надо? Тигра чешу, ты водишь, а я тигра успокаиваю. А, все, я понял. Ты нихера его успокаивал, ты ему поебал давал. Опять у него зачесалось. Ай! Ты его по морде бьешь, он с тобой херачится. Как я его успокаиваю? Успокаиваешь по морде тигру. Да фак, что происходит? Бля, у тигра опять что-то зачесалось. Нет, ты его гладишь у меня. Ты его не чешешь. О, опять? Будет нормально. А он... Блин. А что мне делать? Мне просто типа ездить или что? Я хз, но там кто-то сзади есть. О, отвлеките тигра. Мы здесь поедем.
Ты его поймал, бьёшь. Какого фига? А типа в нём может нельзя врезаться? В этом вся фишка. ПЗ. Но я его успокаиваю. У нас храбрость, короче, красная полностью. А, мы все сделали, типа? А, все, тряси и пики. Тряси и пики, блядь. Фак. Пираты тигру просто поебудовал. Это жестко. Я ему это поебальнику даю, он тебя пиздит, короче, вот могу. Да. Браток Ангель Дело Морта. Окей. Кленового братка. Тайсона, что ли? Это вроде пародия на Тайсона. Типа белого Тайсона, что ли? О, магазин. Способность новая. Хм. Улучшенный бег 2, фигня. Ща. Ой, какая... У меня уже страшная. Да. Блядь, почему я хотел сесть к тебе, а сел в тачку? Бабок. А ты ко мне, наверное, не сможешь сесть. 12 у меня-ка. Погоди. Меня ну так ебать, это ты походу бабки собрал, алло. Да не-не-не, у меня было тогда 999. Да. Так, чё, стоп, го. Погнали, куда? Давай я выберу. Убирай. Выбрал. Бляха. Так, стоп, а чё за экстра? А вот что. Да там типа читы и всякая такая муть. А, всё, понял. Да. Так. Погнали. Погнали, у меня... 1800 метров, погнали. Сейчас доедем, короче. Я не знаю, что-то ангел-хранитель миссия называется. Всего, а ты у тебя типа брал, да, эту миссию? Да. Все, понял. Хм. Ну, скорее всего. Пока ты едешь... Погоди, а та девка, типа, которая с ФБР, да? Да-да-да, стой. Я патроны закуплю. Ну, я пока туда, давай. Давай. Я патрики закуплю. Ну, а тут какие-то бабки. Я купил херню. А! Ты чё? Я только себе купил херню. Так, купить улучшить. Винтовку я не хочу. А это просто продается, типа? Вот. Ну, тоже уровень 2. Блять. Так, назад. Я пока сфотографируюсь с чуваком. Давай, давай. Дам автограф. Так, мне надо... купить патроны и гранаты. Вот что мне надо. Давай, позируй. У столба. У меня на тигре патрики все кончились. Так, нормально. Что, диглы могу улучшить? Они же на максимум уже. Да, на максимум. Так. Там всего, по-моему, 2 уровня их. Рабаш надо диглу улучшить. Ну, это монтаж лучше будет. Рабаш на максимум. Принять. Так, все, ты заезжаешь туда на миссию? Нет, еще. Я мотас другой брал, намного лучше. А. Ладно, я погнал. Ты уже. Да, у меня 400 метров. 350. Ага. Да, херан столбы сносит. У меня 700 осталось. Ты, ну я уже все, да. Ты же автоматически появишься. Так, что за миссии ты разбил? Ой, не люблю эти миссии. Ну хоть винтовочка. Короче, по такому же давай принципу, они выходят из тачки, чтобы наших, короче, не взрывала тачка. Тогда мы их гасим. Блять, она их давит. Но главное, чтобы там другой у нас выжил, в принципе, и все, остальное пофигу. Вон еще едет тачка. А, так вон, но, который вот с ФБР. Типа надо только девку защитить. А, стой, колесико вверх приблизить. Вон оно что. А, лол, я понял. Ха, я только сейчас узнал об этом. Ой, ни хрена себе. Нормальный зум. Ну. Бля, у меня перезарядка.
Да блин, хоры давить! У меня перезарядка. Нам самое главное вот эту вот тёлку защитить. ФБР. И все. Я правую машину буду. Блядь. Взрывай её, да. У меня перезарядка. И всё. У меня один патрон был. Хм. У меня один патрон был. А ну, мы почти половину уже сделали. Миссия. Я, короче, левую тачку беру. Окей, ты конец стреляешь. Где-то, а вон справа, справа, справа едет. Steam Speak, блин. Ой, этот, Steam открылся. Опа! Стоп, мы еще выше? Ой, а, мы сейчас РПГ будем, я понял. Это моя тема. Давай. Нам нужно левее только. А, не, мы полетели, я понял. Нет, не могу. Что-то никого не вижу. Так, ладно. Так, главное бить на расстоянии их. Ну, они, короче, вылезают. Мы их ебашим, давай. Я не вижу. Вон они. Сейчас, все, теперь можно. Ты кого-нибудь видишь? Я никого. Я уже убил двоих, типа. Так это же мы. Нет. Там уже нас это, поджимали. Я их убил. Странно, я никого даже не видел. Хм. Вон еще едет по прямой. Так. Да. Я сзади, что ли? Не-не-не, спереди. Ща наш проедет, все, теперь можно. Да. Иди. А чтоб он, короче, это, проезжал и тогда. О, все, нормас. Иди. Защитите своих братков. Чуть-чуть осталось, вон он. А, мимо! Хорош. Хм. Изи. Ой, у нас что-то четверть схавало. Ага. Консервная банка уже. А ты чё по ментам-то? Алло. Они вот заразы с первого выстрела не дохнут. Ну, кстати, да, да. Ой-ой. Нормас. Мы его взорвали? Да-да-да, он все. Там еще едет. Да-да-да, но я не могу, у меня курсор. Вернись. Все. Убил его. Дебильный курсор берет все поганит. Ну, кстати, знаешь, да, типа я не мог это до конца обернуться влево. Есть, тормоз. А не надо было. Все. Не обрадуется. Хм. 400 из 1000. О, да у нас еще даже больше половины его. Он опять слева, мы не можем его законтрить. Бесит прям. Я не могу обернуться. Вот, ща. Давай. Над сбоку будет. Да блин. Нахера он улетел. Взорвался, отлично. А, матч. Ну где? Никого ну, нет. Да, вот они, роды. У меня ни метки, ни херена нету. Так, а ты по радару, вот смотри, вон, видишь, там и красные точки, типа люди, их тоже, короче. Вон танки. Все там дуры. Уже меньше половины хп. Вон там дура. Стой, не стреляй, не стреляй. Да я знаю. Теперь почти дотащили. Ща, она проедет, тогда ёбнем. Все, давай. Рано. Не-не-не, мы не задели. Он за ней едет. Да блин, баннер тупой. Ты что, баннер попал? А, да все, 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 мы выиграли. Он прям перед лицом взорвался. Иди на свет. Изи. Что там по бабкам? О, уже 6 кассов. Да, нормально. По 6 кассиков. Финансово. Я тебя жду. Давай. Че мы еще открыли? А все. Угу. Так. Что тут у нас есть? Надо вот этому типу сразу на. Выбирай миссию. Он у меня. Что с ним происходит? Один досиной. Так. Доступно новое задание. Так, взгляни я... страху в лицо. Атака с... Нет, я не хочу атаку с вертолета. Лучше пойдем на эту. Куда? Ты еще раз сделай миссию. А, ты не принял. Ты не принял.
Го. Да. Бодюк Н. Чё? А ты сел? Всё. Я получил. То, что слишком много раз прыгал ногами в тачку. Как Магеллан, типа, этот? Бодюк Н или что типа того. Да, нормально. Достижение появилось. 50 штук, типа, надо было сделать. У меня там что-то тоже там ни о чем осталось. Ездишь, что ли? Кого? Чего? Кого? Видел? Нет. Я, короче, по Матасу начал стрелять, по бабе в Матасе. Угу. Она, не знаю, что с ней произошло, она просто взяла в столб, начала ехать. Хм. Не, не видел. Кстати, тут как-то это рандомно появляется. Ты видишь, типа, то, чего не вижу я вижу то, чего не видишь ты. Как-то рандомно, типа, я хз. Они загорелись? Да-да-да, они горящие были. От того, что я с них стрелял? Нет, дробаша. Они просто как-то горящие бегали. Это дробаша моего. Это дробаша? Ну-ка, стрельни в него. Смотри, вот сейчас вперед, вперед чуть-чуть. Вот, видишь, бомжиха идет. Да-да-да, давай. Лол. Да ладно, не беги на тачку. Прокачал дробаш на максимум. Нормально. Бомжи загораются. Кайф. Нормально. Давай, чуть-чуть осталось. А тут уже все доехали. Другой тип. Все, го. Что ты здесь стоишь, дура? О. На манекен. Ёбаный тигр. Моя-то баба бесит, она же ему по ебальнику давала этому тигру. Да-да-да, ёбаный тигр. А моя типа удивляется, типа, ёбаный тигр, типа, он же мне пизды дал. У меня чувак просто без машины едет. Он у меня летает. У меня чувак сидя летает. Нету такого. What the fuck? Вот смотри, вот здесь у тебя тачка стоит? Да, это скорая. Это скорая? Да. Ты ему в ноги стреляешь, у меня скорой нету. О, он у меня умер. Стой. Он у меня просто лежа умер. Он у меня сидя умер. В воздухе. У меня чу... А все, он упал. И загорелся. Бля. Так, что? Так, давай я выберу миссию. Да. А, так мы типа доехали до него сказать, что типа это гребаный тигр. И все, мы выполнили миссию. Ну ладно, блин. Давай трафик проституток тогда уж. Ого. Пошалоболдом пойдем. Пошалоболды. Ну, он так говорит прикольно. РК повелитель, пилоты, шнец. Получай. А, лол, точно, мы же можем же братков типа вызывать. Да. Поэтому надо, знаешь, что сделать? Mm. Ой, меня... Тебя убивают? Ай, меня убивают. Yeah. Нам сейчас придет помощь. Ой-ой-ой, Олег приехал. Олег. Я позвал Олега. Олег, не стой. Он сейчас будет тупо стоять, он не будет драться, он будет стоять. Олег, не стой. Олег. Олег. Олег, только не падай. Олег кидал его. Здесь вроде... HD, спасибо за подписку. Поехали на миссию. А то Олег... Он тупо сейчас будет стоять, Олег. Ну, так, я к тебе сажусь. Давай. А, погнали. У нас колес нету, походу. Окей, да ладно, без колес можно доехать спокойно. Ой, эта песня жесть. Металл, да, играет? Нет. Okay. У меня своя радиостанция, типа. Но она рандомно как-то поставилась. Что-то там АМ типа Hero. Хе, но она старая типа, вообще жизнь. Я даже знаю. Олег дебил. А вот Олег такой Олежа. Олега. Олег. Аллигатор, ты капец, ну как так можно, я не понимаю. Взял... Ты его, короче, вызываешь, чтобы он тупо стоял. Ага. Типа я Олег. Смотрите, я приехал. Да. Может, он типа стоит, чтобы все увидели, какой он здоровый, и типа убежали? Ха!
Вот такого-то челика. Мазохист. Мистер Мазохист. Да блин. Идите, засранцы. А, вон мусора за нами едут. Гоняем. Ой. Да уйди. Ох, ё, мы застряли, зашибись. Ой, мы горим. Выходи. Ай, беги. Ой, блядь, я на мента накинулся. Прикол, он такой взял мне место, уступил, садись. Ща, мента в мента кину. Давай, изи. Садись. Да. А тут Олег, короче, рядом. Он за нами пешком ходит, Олег. О, Олег. За нами Олег пешком ходит, го. Надо тачку найти большую, чтобы Олег мог сесть к нам. А он может сюда сесть? А, он только же типа в пикапах может ездить. Да, надо пикап найти. Я понял. Ну го, пока поехали, он пешком же ходит. Олег... Он, кстати, да, он пешком быстрее ходит, чем на машине. Да, я улетел с Матаса, да блин. Я пока до миссии. Давай, я тут с Олегом пока. О, давай. Успокой его, он устал. Блять, или я сейчас не доеду до миссии. Я даже не знаю. Смотри, у меня прям мясо и кстати. Ёпарасоте. А, я патроны на РПГ не купил. У меня тут мясо просто. У меня тоже. По мне снайпер стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, он... да блин, у него меткость капец, как у орла. Я знаю, что надо сделать, надо. Серьезно? Тут такой саунд жесткий, короче, катает. Кого? Тут саунд жесткий катает на радио. О, моя тачка приехала. Эй, придурок, ну не стреляй. Сорян, пикапа нету. Да я уже возле миссии, все. У Олега что? Затупил. А так, а чё, типа... О, я опять водила. Почему я всегда водила? Совершай сделку быстрее. Ещё надо доехать до неё, для этой сделки. Да ё-моё, за нами ещё вертолёт. А, с нами этот сутенёр ещё. Да-да-да. Ну так он же и говорил. Давай в магаз зайдем, от нас эти исчезнут. Звездочки с полицией. Ты уверен? Купи любую шмотку, да. Просто любую шмотку, хоть очки. У нас менты исчезнут со звездами этими всеми. Давай, они могут в магаз зайти? Вы не можете. Бляха-муха. Мы типа можем. Ну то, что миссия? Поэтому. Пиздец. Ладно. Садись, поехали. Жусь. Погнали. Сутенер. Речи. Да ядрить, блядь. О, он гранаты кидает тут. Мы без колес. Без колес? С колесами почему? С колесами. У меня колеса есть. У меня почему-то колеса есть. Хм. У тебя реально колеса пробитые? У меня нет. А у меня колеса не пробитые, нормальные. Странно. Я тебе говорю, типа, Saints Row творит чудеса. У меня чувак просто едет, а вон проехали. Что это такое было? Кого? Что было? Так, вот. Будь здоров. Все, практически доехали. Пойдем. Охраняйте дилера и покупателя. Надо этого снайпера завалить. Я пока ментами занимаюсь. Снайпера завалю. Все. Отлично. Все, вы совершили сделку там? На дилера напали. Я пока ментов убиваю. Все, это подстава была. Ух, ебать. Нихера. Нихера. Да. Порылся. Меня горящая машина прижала. Ты живой хоть? Да, да, да. Я взорвал, короче, тачку, и она подлетает, и на меня, короче, прикинь, падает. Садись. Садись в машину. Ложусь, давай. А ты можешь вот этих... Блядь, она у меня застряла из-за колеса. Пиздец.
сядем. Вон там мусорская стоит. Как? Я не могу из-за этой... Она реально не едет. Из-за того, что колесо стоит. Где мусорская? Да. Блин, вот пикап, пикап! Твою мать. Я, короче, Олег... Так, а нам нужно... Да погоди, нам же нужно сутенера забрать, алло. Он же совершает сделки. Сутенера. На другой тачке. Я Олега пока вызову. Давай. Садись скорее. Все. Тупо едь. Я с тобой еду. Давай. Так, я за... О, у меня машина горит, ну блин. Я пока пошел сделку совершать. Давай. Давай за мной скорее. Я пытаюсь, у меня КП. А у меня колесо пробитое. Что, я гоню. Давай. У меня мусорская тачка. Ты уже на месте сделки? Да. Я уже рядом с ним. 20 метров. Все. Я подъезжаю. Давай. Ну, скорее беги. Совершай ему сделку-то, господи. Да я не тебе, я дилеру. Он встал тупо и все. Ты... Менты, да чё они тут делают? Они прям рядом с ними встали, когда они сделку совершают. Это опять... Это не он, это не он. А, подстава, спаси, все, у тебя на хвосте. А, типа я понял, мы приезжаем к дилерам, а они подставляют нас. Поехали в другую точку. Да, садись в тачку. Я сел. А, сел, окей. Всё, ты с дилером? Да. Окей, ладно, я погнал тогда. Давай. Я тоже погнал. Ты тогда сразу на место, короче, поеду. А, ты на коповской тачке, я понял. Ай, да бля! Ты на какой тачке? Да вот, ты в другую коповскую сел, я понял. А-а-а, ладно, едь. Да, я еду. Так, а на чё это? Где-то здесь. Нет, не на эту кнопку. Ладно, давай быстрее. Ой, сделай. Уходи, сейчас будет. Блять, уходи лучше скорее. Ой, у нас тачек нету, пиздец. Мутило. Ёбаный ро. Пёса экшон. Всё, надели. Ну чё он там? Садится, нет? Все, садись. Садись ко мне. Всё, гони, у меня хп мало. Да я видел. О, я надеюсь выживу. Ну у тебя уже хп регенится, типа. Фу-фу-фу-фу-фу, ещё чуть-чуть. Хм. Барылый дилер. А, вот, все, мы ж типа на месте. Подставы, блин, тут всякие хреначат нам. Мы на нуле, поймай меня, когда я приготовлю новую партию. Окей. Да к базарю уже скорее. Придурок. Выходи. О, это же место. Наркотрафик. Ой, жесть. 2000 за вот этот весь экшен. Неоправданно, вообще неоправданно. Ой. Это несправедливо. Открыли новые локации для здания наркотрафика. Пощите их на карте, нет, спасибо, не хочу. Хочу сюжет. Не хочу. Да, го, атака с вертолета. Ой, давай. Так, у меня уже 20 кассов набралось. Го? Погнали. Че, погнали в магаз, заедем? Что-нибудь посмотрим, что есть. Так, надо только посмотреть этот. Карта. Где карта? А вот. Погнали. А в какой магаз ты хочешь? А самый ближайший, наверное. А, кстати, они отличаются? Типа, в одном магазе может быть что-то другое, чем в остальном? Да? А где? Ты в какой именно магаз хочешь? Одежду? А я не... Да. А вот, сзади нас же есть. Прям. Так, давай ты, короче, за одеждой я в другое место сгоняю. Давай. Я приеду сейчас по фасту. Только это, не начинай сразу. Блядь. Гребаный столб. Сейчас переоденусь, посмотрю, что есть. Прикольного.
Хотя, если ничего прикольного не будет, то типа я оставлю это же платье. Ага. Ну я, если что, пригоню. Ой-ой. Очки появились. Ха, жестко. Уродливые очки. Ха-ха. Нормально там. Главное, на миссию не заходи, пока я это не скажу, блин. У тебя будет ништяк. Ну? Что такое? Что это за хрень? Ой, а можно миссию отменить? Я хз. Вряд ли, наверное. Походу миссия мешает заехать. Ай. Ну, ой, блин. Не понял прикол. Капец, мне мешает. Блин. Ладно, да. Короче, давай сейчас после этой миссии я сгоняю местечко. Эту миссию выполним, потом не выбирай миссию, ничего. Я быстренько сгоняю в одно местечко и все. Окей. Ладно, я пока за... к миссии поеду, пока ты там что делаешь. Угу. Тоже. Так, еще рюкзак есть. Подри. Рюкзак, аниме-кошка. Лол. Все равно у меня хипстер, да? Я вот тоже хотел себе аниме-кошку сделать, но... Она у меня не взялась в итоге. Я ее, короче, отменил. Так, надо карта... Ой, так я не туда, что ли, еду? А, нет, туда. Так. Что такое? Ладно. А, вот. Да блин, короче, ясно. Окей, вас понял. Так нельзя, значит. Что я там? Так, твоя одна там. Придурок, что ли? Жалко, жалко. Что с костюмом? О, тут костюмы лол есть, вообще прикольный. Ржач. Наркоторговец. Легенда хип-хопа. Бля. Так, ладно. Если так получится забрать. Получится забрать. А вот так? Нет. О, стой, да бляха-муха. О-о-о-о, стой, мне твоя тачка нужна. Не, по-моему, у меня самая нормальная платье. Костюмы. Кол-кол. Стой. Ну, что-то такое себе. Да, малям поехал. Ой. Так, все, я еду, короче. Все, тоже. Да, правильно, правильно. Да где? А вот тачку, что я здесь припарковал. Ты возле миссии, да? Не возле миссии. А? Не-не-не, нифига я не возле миссии. А, вот как ехать, все, окей. Понял, маршрут найден. Спасибо, тугис. Так, у меня 3 км. Вот чё? Ох. Я еду. У тебя 3 километра, ага, понял. Да, у меня 2700 уже. А у тебя сколько? Чуть-чуть меньше. А вот он ты. Лол. Телевизионную хуйню спиздил. Нормально. Снимай. Я и так снимаю. Я снимаю, нахуй. Как я еду. Я снимаю, нахуй. Чё ко мне на хвост села, урод? Ты у меня что-то как-то рывками, короче, телепортироваться стал. Или еду. Самый прикол то, что ты еще быстрее меня едешь. Чё по мне стреляешь там? Ну да. Я тебе колеса пробью, блядь. Блядь. Дымлюсь. Чё, я тебе колесо пробил, что ли? Нет. Блядь, зачем она выпрыгнула? Дура. Я хотел перезарядиться, она, короче, взяла и выпрыгнула. А, из машины вылетела? Да, на ходу.
Я хотел на Е перезарядиться, а она типа, короче, выпрыгнула. У меня тут дапчик играет. А мне Нига говорит. Взорвался. Спаси, пожалуйста. Я иду. Нет, не едь по мне. О, у меня 20 секунд осталось. Да я вижу. У меня же тоже ведь время. Да блин, он по мне еще проехал грузовик. Он встал рядом на тебе. Он на тебе стоит. Спасибо. Можешь? Могу. Ура, спасибо. Пожалуйста. Пойдем. Погнали. Да, бля. Погнали. Какого хрена? Ну, микс нормально катает. Я, кстати, это, прикинь, понял, как альтабаться, чтобы не это, на паузу не становиться. Знаешь как? Берешь, короче, таб нажимаешь, он, когда заходит в телефон, то не ставит на паузу. Да? Да. Прикольно. Ладно, погнали. Ну и когда катсцены, типа, тоже можно. Ага. А, ну вот сейчас. Всё. А. На вертолётах гонять. Лол, еще и я, короче... А так ты тоже, типа, на вертолете, да? Понял. Так, ракета на правую. Да. Ой. Рубайся. Мы его взорвали. Взорвал. Я думал, ты взорвался даже на секунду. Улучшение. Блять. Я боком лечу. Как поворачивать? А вот, тачка едет. Так, ой-ой-ой, я вас потерял. Сокращаем путь. Вижу урода. Давай, вали его. Кстати, с этого, с Патрика, прикинь, если ты попадешь Патриком, то она с Патрика взрывается. Если ты попадешь одним Патриком, то он от Патрика одного взрывается. Шикарно. Да, так что можно, короче, вон тапить. Вы, видимо, ну, большие машины вот с этой ракеты. Ой, ни хрена. Все нормально. Остановок совершено 0 из 3. Первая остановка. Да сдохнешь ты, блядь. Дед. Алло. Дед нафиг. О, нормально. О, вертолет. Я взорвал его. А, вот. Походу, зачем эта хрень нужна? Какая? Ну, ракеты-то. По вертолетам мочить. Ну, не знаю, тут, может быть, сейчас просто танки будут. Хотя Патрика они спокойно уничтожают. Да, да, да. Я вот так же с Патрика убил. Может, то, что типа танки нужно будет потом уничтожать? Ну, типа такие же сватовские, помнишь, на которых ты вот вызывал? Серьезно, попасть не могу. Блин, вон, надо обойти его. Там справа теперь. Ну, он переворачивается просто, я его убил. Хорош, там еще едет. Там слева, сзади у нас. Стой, он рядом. Одна остановка совершена из трех. Угу. Ну, когда он, помнишь, заезжал задом. Где? Да вон, за деревьями. А, вон, вижу. А, еще едет. Да твою мать. Все, взорвал. Вот, еще одна остановка. Ни одна не попала по нему, что ли, вы издеваетесь? Да. О. Еще едут. Так, давай я другого. Ты... А я вон, да-да-да. Все. Отлично. Вторая совершена. Он сейчас до последней, короче, доедет, и все. Вижу, вижу. Все, отлично. Мечта. Надо за ним следовать. Там еще. А вон я вижу. Бать, мы его зашмаляли. Нормально. Едет? Слева. Все. Что-то толком даже ракетами не пользуемся.
Да потому что ракеты говно. Ой, согласен. Сейчас бы было жестко, если ты тупо триплой, короче, в него зарядил. Попал ракетой. Еще там да, будет. Как он уклоняется? Просто мастер. Ломастер. Башу. Как он от всех уклонился? Да, не попало. Ой, наконец. Да. Вон еще и гонит. Уберем. Все, сейчас остановка, походу, будет. Хм, а вон там тип еще едет. Ну. Ёпта там. Пониже опуститься. 6. Или что пониже опущусь. Okay, все, остановка. Последний остался. Ага. Да. А где они? Где-то рядом же. А вон. Где-то. Все. А, ну все. Все. На все три сделала. Ну, я уже думал, она сейчас будет назад возвращаться. Да опять. О, только с вертолета. Какой? Два касика за это. Блин. Ну? Вообще не оправдан. Давай, я тебя жду. Давай. Браток Кинзи. Давай. Чё по миссиям у нас? Ну, телефонный фрик есть. Телефонный фрик, да блин. Сейчас, стой. Нет, я же говорю, сейчас будет. А, го. Так, мне карта нужна. А у карты нужна метка. Ну. На правую кнопку мыши. Метка. Так, сейчас. Садись. Да, сейчас. Теперь мне нужна просто подходящая машина. Так, я типа, что за тачка-то тебе нужна? Или ты Олег? Олега типа хочешь вызвать? А? Ты Олега хочешь вызвать? Да не, уже не вызову. О, лол. Нормас. А нахуя тебя такая тачка? Да. Ну. Нормальная тачка. А зачем тебе такая тачка, ты говорю? А, да я хочу в это, в ремонт машин сгонять. Ты тоже, кстати, можешь. Лол, ты типа ее хочешь заапгрейдить, вот этот мусорный, х? Уборщик типа улиц, ты его хочешь заапгрейдить? Серьезно? А, недоступный из-за дурной славы. Ой. Я, надо купить это место. Это место... Ну-ка, я могу. Ну, давай заезжай. Твою мать. Что здесь такое? А. Капец, короче, мы в этой территории не можем покупать, походу. А, во, я куплю ее. Все, я ее приобрел. По тебе типа стреляют. Я купил это место. Надеюсь, сейчас-то слава у меня нормальная. Ну, открывай. Ну, вообще не открывай теперь. Все, откроют. Надо отъехать на дистанцию, все. Недоступный за дурной славы. Потому что менты, короче, за нами, поэтому. Давай от них избавимся. Короче, просто уезжай, ни по кому не стреляй, скройся от них и все. Я застрял, зашибись. Ага. Хорош. Ладно, нашел пикап. Короче, ни по кому не бей, просто скройся и все. Я также аккуратно уеду. Все, ща пропадать начнут. Че, мне там 24к. Пока посрючу в магазин. Я тоже. Браки. Новое появилось. Скидки в магазах. Сменение предметов. Ой, у меня 10 тысяч осталось. Да блин, опять. Ой, что ты здесь оказался-то так? Ой, мир. Че нет, ага, снижается быстрее. О, все, менты. Так, ни по кому не стреляй, пожалуйста. А, о, урон от пуль. Точно, все, ништяк. О, все, могу этой херней страдать. Сейчас.
Погодь. Да, на 17-м третий уровень. Лол. О, мусоровоз там мой. Ну, мойка. Хм. Ну, он типа у тебя не мусоровоз, а этот уборщик улиц. Да. Чё, ты его заапгрейдил? Реально? Тут чё, типа можно любую вообще тачку заапгрейдить? Да. Вообще абсолютно любую. Практически. Только, наверное, ментов нельзя, да, апгрейдить, скорее всего? Можно. Тоже ментов даже можно? Да. Лоу. Я, насколько помню, танки нельзя. Хм. Че, заапгрейдил? Я апгрейжу. Ну, тебя мент сидит, ждет. Утёлка какая-то, блядь. Под спайсом, блядь. Апгрейдю, апгрейдю. Чуть осталось. Какой Амазон прёт? Тачка проехала, ты чё мне разбиваешь тачку, алло? Своим минивэн Ниссаном. Кстати, как сигналить? Точно не так. Ой. The fuck? Да, будет все так, детали корпуса, фигня, перформанс, фигня. Да ладно. Так, цвета. Так, кузов рисунок один. Прикинь, слушай, ты знал то, что, короче, если ты просто на клавиши нажмешь Т, то у тебя оверлей выйдет в этом, блядь, в стиме, вместо того, чтобы тебе жать, короче, шифт-тап. Прикинь. Жестко. Только сейчас узнал. Так, все, я готов, чувак. Давай выезжай. Все, готовый. Уборщик улиц. О, нормально. Видишь? Чай я заапгрейжу. Тоже посмотри, что есть. Там колеса, перформанс. Крутящий момент. Давай, ты пока апгрейдись. Итс я, бой, спасибо за подписку. Так, ага. Слушай, дорогой апгрейд. Начал смотреть. Точно, шины. А кто начал смотреть? Ту-ту-ту-ту-ту. Сильная рама. Чё, ты там готов? Я? Нет, подожди. Как я могу быть готов? Я только заехал. Ой. Нагорез. Чё за нагорез, в смысле? Можно. А, все. Так. О, у меня батарейка. И телефон. И зарядка. Погоди, а я могу как-то, не знаю, себе цвет поменять, maybe? Если это все, посмотри. А, вот, вся детали корпуса, передние баньки. Я. За сотку. Ну ладно, возьмем. Миссию. Ой, сорян, не то. Так, миссии. Давай. Так. А, ты показания, да? Хм, это нормальная тема апгрейд-то. Лол. Матасы можно улучшать, например. А, даже матасы улучшаются. Жестко. Можно улучшить, если хочешь. Нормально. А чё она их не задела? Прикольный. Вот. Чё, по крыше? О, нифига. Чё, ты там готов? Почти. Осталось только спойлер. Припиздячить. И... Вот так. Чё, он закрыт, пока ты там ремонтируешься? А? Он закрыт, пока ты там ремонтируешься, короче.
рисунок. Что-то я рисунка-то вообще не вижу. Ладно. Пластик. Ну и что? Нихуя. Серьезно? Да, ты у меня не в гараже находишься. Блин, финансов мало, конечно. Так. Ни хрена себе. Жестко. Я просто врезаюсь в кого-нибудь и взрываю их. Цвет интерьера даже лол есть. Офигеть. Это мощная машина, да. Верюга. Просто всех взрываю. Давай решетка. Не понимаю, что он тут делает. Блин, а сейчас пока ты в гараже, он занят, я не могу его отремонтировать. Кого? Да, машину свою. Че, ты ее разъебал уже, что? Фактически. Делал. Нормально. Взрывы. Экшон, экшон. В лучших традициях современного кино. Ты сейчас выйдешь, охереешь. До стопудово. Ну вот так вот. Низкопрофильный. Во. Стилем панда. Ага. Ай, только не перевернись. Молодец. Молодец, не перевернулся. Хороший мальчик, хороший. Ну, нормально. Ох, ебать, ты там разъебал. Оооо, выехал. Ты, а, ебать, разъебал там все жестко. Заезжай, ремонтируй. Давай. Хм. Все, стой. Стой. Погнали. Да блин, стой. Жди. Я к тебе сяду. Давай. Че, миссию выберем тогда? Какую? Телефонный фрик? Да, давай телефонный фрик. Принимай. Да, погнали. Го, поехали. Нихера у него есть шипы, лол. О, они колеса прорезают у других машин, вон. Т3 прорезает. Нормально. Это будет за нами ехать и врезаться в нас, да? У него, короче, будут колеса ломаться. Порезал кому-то. Вон порезал. Там пиздец. А на людей это действует? Нет. На людей не действует. Они просто садятся. Да, они просто падают и все. Да. Ладно. А кстати, то, что я вот заапгрейдил, типа, тачку, она у меня теперь навсегда, да? Да, она у тебя теперь в гараже, ты ее можешь вызывать. А, что она под столом делает, дура? Не знаю. За пока сидит за буком. Ай, по-любому, нафиг там веселую фирму гамай. Да. В одноклассниках сидит, видишь, что? Она играет в супер корову. БДСМ, госпожа. Так. Пиву закурить. Забывай выбросить телефон. Ха, бля. Да. Быстрее бы нормальный сюжет пошел, ё-моё. А чё какие-то второстепенные миссии-то, блядь? Стекло разъебался. Стоишь свою тачку? Ой. Да я уже типа там. Сейчас сек. Да блин, опять. Ай, давай, едь, короче, сейчас сек подойду. Давай. А, чё он опять базарит? Кончено. Довести до места? Опять кого-то, короче, развозить надо. Лол. Ха. Ладно, поехали. Будем тупо все миссии подряд выполнять, как бы. Чё бы нет.
Я говорю, будем сейчас все миссии подряд выполнять, чего бы нет. Ну. Далее. 2 км осталось. По херне. Сейчас, короче, опять придется развозить у этого сутенера. А, ты сутенера выбрал? А, это единственная миссия, типа, которая доступна была. Мы все остальные это сделали. Это хрень какая-то, идет одна. Ха. А не знаю, где именно миссии по этому, по сюжетке? Ну, они по телефону и должны быть, в том-то и дело. По идее, вот эта хрень с тигром, да, это сюжет. Угу. Этот мужик на ринге, это сюжетный чувак. Сутенер ХЗ, вроде так, просто миссии дебильные. Ну, типа, сейчас это, знаешь, взорвал? Не знаю. Ну, продырявил точно. Надеюсь, это последняя тупая миссия. Да, я тоже надеюсь. Потом нормальный попку. Ну, сиськи. Или это жопа летает, сиськи. О, ты снова ну тогда. Да блин, тебе нахрен надо было водила. Так в реальности работать. Любас. Водила. Давай садись на. Так, стоп. Чё, ну-ка давай. Выйди. А я выходить даже, прикинь, из машины не могу, лол. Йо! What the fuck? Я здесь. А чё надо-то? А типа отснятый материал. Просто ехать. Всё. Да, короче, ездить от этих типов, которые видишь там синие. А за ним гонятся. Понял. Ладно. Удовольствие. Бля. Это на мне вот эта вся хрень. А, чтобы мы, короче, в заносе проехали. Ну ща. Нормально? Одну секунду, давай. Ты влево-вправо нажимай. Да я уже вся. Подлую выходку. Аниматор совершил. Блять, какую подлую выходку, блять? Сбить людей? Так? А, высадите. Подлая выходка. Просто сбить человека. Нормально. У тебя другие задания, у меня другие. Да, а у тебя что было? А? У тебя что было? А мышкой крутить, пробел, нажимать, я прочитать не успевал, я просто выполнял. А, ну и все, я типа все сделал. Все, мы красавчики. А ты тоже типа все сделал, да? Да. Сейчас я подойду. По куска всего лишь дают, капец. Че нам не платит-то? Наконец-то. Ой, в чё ты ушёл-то, а? Теперь у меня чёрный экран ожидания. Ёлки-палки. Жду. По времени час. Давай, реши. Дружище, реши. Боже, ты так долго-то завис. Надо побыстрее все делать. Сигнал испарился. Интересно, где у меня зарядка от Nokia? Находится сейчас. Он отключился. Ё-моё, ну хотя бы принял бы все, я бы побегал. Чувак, алло. Так, алло, я здесь. Раз, хотя бы выходи из этих миссий, а то я, у меня тупо черный экран, я тебя жду. Окей. Давай быстрей. Ну. Так, полетели. Блять, сколько тут дофига всего? Братки а, новые добавились. Блин, воскреси меня, а. Быстрее воскреси. А как меня. Ты сдох? Да я не знаю, у меня черный экран, я тебя ждал, меня убили. Че? Жесть. Конечно. Так типа черный экран, он же, блядь, на паузе, не? Не на погнали. Паузе. Погнали.
Садись. Я сел в другую машину. А, я понял. Вызывай Олега. Сейчас вызову Олега, погодь, секунду. Потом типы рассыпаются просто. Сейчас деньги заберу. Так, телефон. Олег. Все, вызвал Олега. Миссию. Короче, слушай, походу этого Зимоса миссии, они по сюжету идут. Походу, который сейчас. Который сутенер. Садись, все, я с Олегом. Красава. Раз у нас. Я с Олегом. Видал, да? У меня братишка какой. Нет, не видал. Теперь вижу, да. Так, чё, полетели? Помогай, принимай. Все, погнали. Уга. Тут не очень далеко ехать. Ну, 600 метров. Да фигня вообще. Я с Олегом гоняю. Ох, ебать, там штука под колеса прыгает. Пошел вон. Да блин, мне как обычно колесо пробивают. Хм. Кстати, когда типа вот Олег у тебя в кузове сидит, он что-нибудь делает? Ну типа там бьет, может быть, машины там. Не, он просто держится на машине и все. Просто держится. Что? Если сбиваешь пешеходов, можно достижение получить. Mm-hmm. Там 500 пешеходов надо сбить. Лол. Да, страшнее вообще картины. Что ты понимаешь в искусстве, да? Он был куплен тогда, когда мы с близняшками жили и давали жить другим. Думаешь, что сделка выгорит? Remember the pony show? Christmas list a long time. Anyway, I didn't call you over to talk. Нахрен он эту хрень использует? Голос дебильный. А у него вон, видишь, типа дырка в шее, типа у него голоса нет, он типа через эту херню говорит. Типа он может, maybe прокурил все там все. Опять. Шого. Принимай. Захват крепости. А мы типа доехали до него, чтобы просто побазарить с ним и выполнить все. Ну поехали. Это раздражает. Ой, квартиров. Выйти. Самый низ. Гон. Самый низ. Где Олег? Олег, как обычно. А куда он нас сейчас? О, заходи в гараж, там твоя тачка будет. Да? Это типа надо с ключом, да, взаимодействовать? А, вот, все, вижу. Забирай тачку свою. Пустяк. Садись. Ай. Или ты с Олегом? С тобой. Да. Нафиг этот Олег быстрее приедет, у тебя тачка пошустрее. Хорошая лепёха. Спасибо, зайка. Олег? Мне тут похавать принесли. Бля. Она типа быстрая, но она вообще что-то жестко неповоротливая. Так, стой, стой, стой. А что сделать с этими манекенами, что-то можно? Да, их подбираешь. Да? Погоди. А типа на них миссия никакая не будет? Ой, лол. А, все, я понял. Секс-кукла, типа. Все, я понял. Это типа секс-кукла, лол. Да, стой, я не сел. Да меня сейчас убьют. Оживи. Часик. О, по мне все проехались. Да фак. Я опять упал, какого фига? Садись, тачка. Дай прокачусь на твоей малышке. Давай. Садись. Го. Давай, погнали. Пока а ты нитру не использовал, что ли? Кого? Нитру. Нет, не использовал. А, вот это разгончик. Хм. А на чё, кстати, нитро-то? На shift. Ой, да. Ой. Вот тебя заносит. Лол, прям по тачке. Жёстко. Ой, это тупая баба. А чё она? Она типа против нас, я понимаю. А, она против нас, типа, наоборот? Those responsible for this act of terror will be found and held accountable.
Так это... Типа мы террористические акты совершаем, не? Инициатива Кабан. So what's the lead? Oh, I got you looked up, Slam. Very discreet. That's an invitation to kick the morning star right in. Коллективная задница. They have an auction tonight. Flash the car. You're in. So what, I pretend to be an eccentric millionaire? Kinda. I'm gonna auction you off as a sex. Сука, как секс рыба. Не будь готов, залезай в машину. Лол. Нормально, сейчас на нас будут ставки делать. За меня там хотя бы доллар заплатят, надеюсь. У меня загрузка идет. У меня тоже загрузка и всякие звуки. По нас пиздят. Ой, мы голые. Лол, я упал. А нас чем-то типа накачали? What the fuck? Забирай свое оружие. О, шикарно. А где оружие мое? А во, два дигла. Я упал. Че? What the fuck? Ну чё буду бегать? Да, твари, не, лучше с диглом. Лучше с диглом. Я не вижу нифига. Во, все. Отключи систему безопасности. Если мы накачанные жестко. Очень жестко. Да я же отключил. Алло. Мы не до конца. Она сейчас опять. Она блеванула, твою мать. Я сильно плохо. Ну, вроде как я еще и поблевал. Че все там врагов? Ёлки. Тени. Твою мать. Там куда ставь. Бежать? Я его сейчас выцелю. Выцелил. Хорош. Го, я, короче, сразу же туда бегу. 23 метра. Да-да-да, гони туда. Так, а что за комната? Ай, ой, я открыл комнату и упал тупо. Жди, жди. Как же фигово. Ёлки-палки. Больше никогда не буду пить пуэр-чай. Тьфу, пуэрчик. Так, ну точно не сюда. А на первом этаже нужно было. Купить чай пуэр. Хм, ну он нормальная тема. Он это, энергичнее становишься с ним. О, я нашел. Ну с него гранаты выпали. Опа, стоп. А куда идти-то? А, ну о, типа о, на первом этаже что все. Я на там. Пол? Да. Открыл дверь. Я давай, иду. Я тебя жду, короче. Я иду, иду. Заходить не буду туда. Давай. Все рядом. Да. Да. Что лучше, чем я ожидал. Да. Ох, йоу. Что они тут делают? Ну, пока мы в отключке были. Выпустить их? Так, стой. Освободить. А. А кого мы освободили-то, я не понял. Да похрену, пойдем. Хм. Освободили и ладно. Кого-то мы явно освободили. Погнали. Шею свернуть. Да. Хм, изи. Лол, Олег, баба. Боже. Ты чё, извращенец? А это кто мы открыл? Одинаковые. А тут проститутки бегают, я понял. Ну, так типа по амбалу типа делали же прототип. Маму эту освободить походу будет. Рабыни, отключите систему безопасности. Давай. Сейчас я по шею сверну. Пойду второму сверну. Блять. Да, 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 да. Жесть. Ты чё? Ой, я убил заложника. Всё, нормас. Го? Всё, я вышел. Я тоже. О, Олег. Вчера Олег с миниганом. Плохой. Выбрось, Олег.
Ну сейчас там его сдегла вообще на изи. Патроны. Он почти сдох. Все. Бери у него миниган, если хочешь. Ага. Он до сих пор накачаны. Но я должен быть с миниганом. А, ну все, в принципе. Выдели. И че тут? 8к. А, ну 8, хотя бы что-то. Жилье стоп-слово. Крепость стоп-слово. 8 касиков нормально. Так, а что у нас в магазине новое появилось? Крепости. Лимит трансфера, да? Так, что в магазине? Блин, да у меня в основном братки одни. Да, так же. Урона надо зрю. Бабки забрать, часовой доход. Вот там, 2600. Кстати, да, есть фигня, типа, знаешь, чё? Улучшай... Сейчас, там респект или что-то подобное. Я вроде бы это как раз таки максил. Вроде. Да. 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 Так, ща. Шум камеры включена. Так, бой. А, вот, тут бой. На дигл патроны увеличу. Быстрая перезарядка улучшу. Патроны на пистолет еще раз улучшу. Во! Гарно. Ну блин. Неизвестный ник 342. Спасибо за подписку. Пауза. Го. Че, погнали? Погнали. Надо только тачку. А, вон тачка, лимузин. Да, кстати, погнали. На лимузине. А, я миниган просрал. Хм. Сколько там, кстати, изначально патронов было? 150 и что-то там еще. Жестко. Это херня неповоротливая, лимузин. Дальше по пути другую тачку. А, ты вызови машину, кстати. Давай я вызову, стой. Давай. Всё. Вызвал? А вон она сзади едет. Легко. Ой, я ее выпнул. Бери. Бля. Что ты вылез? Доводи. Ну, окей. Я просто устал ездить уже. 3 км ехать. Пока посмотрю, что тут прикольного есть. Ой. Да не так уж и далеко на самом деле. Так, стой. Да не слишком много ехать, чуть-чуть. Ну, типа, потому что есть нитро, поэтому от этого не будем слишком долго. Нитруха в где помощь. Классик? О. На радио классики. Пускай классика играет. Чё тебя развернуло? Мочи его нахер. Кого? Эту дуру. Всё, сдохло, мразь. Да. И чё, он тебя подрезал? Он взял меня, подрезал. Хм. Так надо. Мы бомбилы на дорогах. Дорога наша. Чё я... Ааа, блин, я под нетрухой управлять не могу. Мышкой почему-то. Ты чё, типа, машину и мышкой управляешь? Нет, ну в смысле не машину, камера. А. Я думал, ты машиной и мышкой управляешь. Мышь камеры двигать не могу. Хм. Тан-тан-тан, та-та-та-та-та-тан. Ква-ква-ква-ква-ква. Ни хера мощный какой столб. Его даже не смог сбить. Меня в GTA-хе тоже добивает. Там в какую-то деревянную хрень, что ли, сломался. Ой, врезался или что? Ни хрена не сломал. Железный топор въебался. Спокойно его разломал. Классика.
Нихера, ты прям в миллиметре остановился. Не захотел. А, лишь чуть. Че, он 300 метров ни о чем? А муха. Здесь есть какие-нибудь тачки прикольные, интересно? Да вряд ли. Тут вообще ничего в доках нету. Да нет. Здесь есть где-то угарная тачка. Ну, у меня один патрон на дигле. Боль. А ты ж перезаряжаться можешь, если сидишь это, ну, не как водитель. Нет, у меня, в смысле, патронов вообще ноль на дигле. А, чё... О, а да. Чё ты... Да я что-то не посмотрел. Чё, погнали? Да, я пытаюсь проехать. И там просто решил поехать. По-моему, не с той стороны. Да. Да, вон. Или с секс-рабами, это уже хорошо. Мы с секс-рабами поплывем сейчас? А то спасатель полно девок. Just let me worry about that. Now let's go. I want to meet my new employees. Я бинокль отдал бомжу. Не надо, спасибо. И наоборот еще посмотрел бинокль на их. О, нормально. Че, ты едешь? А я перевернулся. Чё за нафиг? Ой, у меня что-то на момент исчез этот сутенёр. А чё я перевернулся? Ты перевернулся? Да, я взял тогда и перевернулся. Ай! Дурак. Да и бля. Да. Ой, бать. Да слезь, твою мать. Найдите драндулеты, драндулеты, шлюх. Короче, эти гаражи. Давай. Блин, здесь проститутка. Ну так, типа, и это... Она сказала зихаль? Что? Come on, baby. Йоу. Шикарно. Давай, открывай. Давай, другой пойду. Ооо. Что там? Я открыл, короче, а тут куча РПГ. Шикарно. Там где-то тигр, короче. Ой, Олег вышел. Нет, он меня за шею схватил. Я в него стреляю. Ура! Ой, хера он тебя кидает. Я вам бошку сейчас зарву. Давай. Изи. На, козёл. Заряжай. Трубай. Хм. О, там баба орёт. Нашел? Да, нашел одну. Ой-ой-ой, открывай быстрее, 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 пока нас не убили. Боже, перезарядка. Ой. О. Го, еще здесь откроем. Да твою мать, Олег вышел с миниганом. Вот Олег с миниганом. Ой-ой-ой, он на меня нацелен. Я ему хае кинул, две штуки. Ты в меня их кинул, лол. Да перезаряжай это скорее. О, в тебя опять целится. О, вот, взрывай его. О, тихо. Тут баба орёт. Нашёл. Короче, нашёл? Можно слышать. Ну, понять. Ну да, но в любом случае, походу, надо все открывать. Какая дружба, достижение. Здесь опусто. Да. Вот она здесь, да. Я ее слышу. Иди сюда, иди сюда. Нашел. Прикинь, такой херню в жопу. Такую херню в жопу суют, блин. Да, да, я видел, я такую херню открывал, да. Это да, это жестко. Кулак, блять. На северную платформу погнали. Вон она, 40 метров, 30. Держи, жди. О, звонят. Ой. Бери трубу. I
О, бейте нападающих, шлюх. Я буду. Ты где там? Блять, я упал. Нет. Ух, ёлки их там. Да, их там вообще куча. Я, короче, сейчас расправлюсь, мат. С помощью это. Тут миниган, короче, лежал. Сейчас я попытаюсь его взять. Так, вертолет. Я с вертолетом расправлюсь. Уничтожил. Так. О, я сейчас сдохну. Держись. Если что, говори, если тебя будут убивать. Ну так я уже почти сдох. Все, у меня ракеты кончились. Я хилюсь. Где? Да я хилюсь. Ой. Где миниган? Куда он упал? А, вот. Ой-ой-ой, снайпер. Где эти уроды? Ну где-то здесь рядом. Сейчас я вертолет буду бомбить. Они же гореть должны. Взорвал вертолет один, второй. А где пистолет? Это у меня дилда. Так бежит жестко. А, не допрыгнул. Не допрыгнул. Тут Олег? Ууу, мясо. Это ты с пулемета был? Да. Хорош. Вон там ласт остался, я к нему сейчас приду. А, не, ни хрена не ладно. Шесть. Их там куча, очень много. Я приду. Да я их завалю, они изичные там. О, звонят. Он так медленно передвигается. Да-да-да. Ой, диглы этот уничтожают, так как легко. Транспорт. О, вообще изи. Да, изи размотал. Убил. Хм. Катеров 5 из 25. Но это, оказывается, тоже ачивка есть. А. Подождите, чоппер. Так, потом тогда вооружение надо будет сгонять. Хм. Да, да, да. А где он, да? А, вон он летит. Это он? Что летит, где? Вон, а, видишь? Правее. А тот тоже наш. Я хочу на этом полетать. Он типа что-то... Погнали. Так, а куда встать-то нам? А, садиться в него сразу же. Отстойный вертолет. Да. Я бы побольше бы завел. С миниганом. Хей. Ух, ёлки. Да фак. А типа его сейчас опять придется сохранять. Ну, вон тот надо охранять вертолёт. Да, я и говорю. Да блин! Самонаводящийся, лол. Наводящийся? Да. Шикарно, шикарно ты там. Ты посмотри, шлюха. Она пытается запрыгнуть, залезть. Да. Изи. Там еще один. 10 из 25. Мы так можем и ачивку, в принципе, сделать. Налегке. Понеслась. А, надо, чтобы красным загорелось, это хрень. Ну тогда да, будет самонаводящаяся, но можно и так. Так, где? Эта дура залезет в гараж или нет? Болтается на одной руке. Прямо между ног так эпично, короче, ракета пролетает между ног. Перезарядиться. Блин. Опа, снайпер где-то. Да вон он. Ханаем. Теперь хана. Хана. Вертолетов 6 из 6. О, танки начались. Ой. Я передний беру. Ой. Давай, на другой целься. Молодец. Изи.
Отлично. Отлично. Э! Тут где-то еще... Они правее, короче, а мы не можем их взять. Ну, я более-менее вправо могу смотреть. Ты мне всегда ну, лево? Да. Ой, их тут вообще сейчас куча будет. Снайпера. Вот снайпер. Да, блин. Она не поворачивает. Здорово. Ну, тогда. Сама ты чудище. Ну, стреляй по вертолету. А я стреляю. Я по кому не могу стрелять, ты мне вид загородил. Изи. Экшена просто жесть. Прям куча. Так, ну все, в принципе, по идее, мы должны прибыть уже. Вон они опускаются. Она до сих пор не залезла. Да она не может залезть, ты прикинь, она летит, блин. Да, да, да. О! О! О, она увернулась. Перезаряжай. У меня 0 патронов. О. Стрельни. Просто. Прикольно. Ты шлюх, у меня не будет бордели, деньги будут. Скоро это точно будет, вот увидите. Так, ты водила или я? Чем? Ты водила. Да, я водила. Ярик водила. Погнали. Доставишь шлюх Моргенштейна. Окей. Для нас, нахрен ты Моргенштейн? Иди в штаб-квартиру святых. А, да? Лол, я понял. Святые. А что ты к ним уже не поехал? Нашу штаб-квартиру надо. Погнали. А что на синюю метку не поехал, бордель? Я, конечно, понимаю этому, типа, извращенцу. Но мы поехали. Наши... Why have a famous steelport pimp if we aren't using it? Make us some money, Z. Нам типа нужны бабки. Ну погнали отсюда. А вот все. Ну нас сразу же вертолет сагрился вообще все подруги. Ah, we buckle down. We focus. We don't do a run-in. We hit him with a Montreal screw drop. Yeah. Yeah. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues, the time. Кабан начинает свою деятельность в стилпорте. Кабан. Ой, кабан. Потихоньку увеличивается. О, авторитет под 14, отлично. Бонус, сутенер, что? Гарно, авторитет растет. Мы их обломаем. Бегом. Блять, меня опять сбили. Заебали. Блин, херня. О, Олег, Олег зовет на групповуху. Да, начать. Стой. Вот эта тачка мне нужна точно. Пойдем в этот сначала заедем. Интересно, Олег может сесть в этот кузов? Стой. А ты можешь? Погнали. Ты держишься? О, автосерфинг. О, нифига, лол. Держись. What the fuck? Может это сначала заедем за оружием? В амунацию? Ну-ка заедем в амунацию, где мы тут? Давай, погнали. Вот самое ближайшее. Го.
The contents of the container are unknown, though several people on the ground reported. Да тут люди, они застряли в моих колесах. Ладно, погнали. Что происходит? Там рука, нога растягивается, туловище, я баг нашел. Гранаты там. Ты видишь, что происходит? Иди. Я их выкину. Ты просто не видишь, что они происходят, они растягиваются. Они растягиваются, никто. У меня они растягиваются. Сушевак. А, нет. Все. Го. Все, погнали. Хм, хаяшки кидаешь. О, еще одна граната, чё? О, люди загораются снова. Нормально. Алло, все, мы прибыли. Погнали. Так, что тут есть? Так, я сразу. Блюна, все. У меня патроны кончились везде. Все. Окей. Да, окей. Ну, а 36, я понял. Это вот клевая пушечка. Ее я возьму. Погнали. Так, ну-ка, что? С нее целиться можно. Ладно. Это все же лучше, чем моя до этого. Так. Так, мы уже выбрали миссию, телефон. Доставка тачки не могу сделать. Шо, цего? Ты можешь сесть? Не волнуйся. Только в другую сторону. Прям по ментам стреляешь. Хе. Ля. Нами решил поехать, урод. Как он неудобно, Матас. Он тупо вверх поднимается. Жесть. Взял, врезался лошадку. Погнали. Чё-то этот Матас, он вообще прям неповоротливый. Немножко неудобно на нем катать. Чё Матас не люблю? Да. А, так. Что это было? Эй, уродец. Да фак. Чё меня скинул? Ты упал? Упал меня скинул. Ну, давай, ты сам упал. Ты где? Скинул. Как я тебя скинул? Да едь, 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 смотри. А, у тебя тачка. Что это за райончик? Китайский район какой-то. Вот это райончики. Куда нельзя. А, прикольно. А, нормальный район. Ладно, погнали. Миссию. Да уйди, ну нафиг ты его хватаешь. Да сейчас я, короче, доеду. У тебя, наверное, тоже сразу же начнется. Блять, я выпал. Походу не доеду. А Матас стоит. Жесть. Столько эпика. Заяцы все подряд. Да твою мать. Да блин. Да. О, найс, летаем. А проще на такси доеду. Ой, стой! Это наш тип! С головой. Ты видел? А зачем ты пытаешься его убить? Мочи его. Ха. Он умер? Вроде. А, не, он умер. Вроде умер. Ты чё? Да блин, гони! Уезжай, мразота. Пол столбы просто носятся со мной. Шесть. Да ёлки-палки. Давай доезжаем. Что происходит, твою мать? Встреча с Виолой. Все, я тут на месте. Ваши ебену. Ой, кто это, блин? Ну, Олег.
I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What, with you being a science experiment? I wouldn't piss off the big guy. Look, I'm not here to fight. We need to work together. Right. Johnny's dead because he thought he could do everything on his own. So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Can you play nice? Like I'm always joking. Олег. Что за мясо? Вот это классные тачки. Надо забрать сразу. Либо валить сразу. Стагат. Помочите забрать машину. И Олег, Олег такой бежит, знаешь, типа как девочка маленькая. А, Олег как? Я думал, он их распихнет. Я тоже подумал, он сейчас как Халк побежит на них. А он как маленькая девочка. Олега, Олега, Олежа. Джентльмен. Такие пули, такие пушки не смогли пробить дверь. Да, которые стопудово вообще деревянные. А, этот же петух говорил что-то про это, подставу, помнишь? Какой именно? Ну этот, рестлер, блин. Да. Вот он устроил засаду. О. Ох, ё! И what the fuck? Класс! Изи. Шли сразу. Бах, бах, бах. Жалко тебя в катсценах не показывают. Хм. Нихрена себе. Ага, он закрыл дверь и их ударной волной от гранат своей же раскинуло. Жесть. О, вот это нормально. Хрена летать. Это типа наемники, да? Вот эти типа. Это вообще типа спецназ, только круче. Так, мне короче это придется сейчас после этой миссии отлучиться. А, ну вот. Окей. Я, короче, прерву пока стрим. Я так в леху тогда зайду и все. Ну, окей. Мясо. Убейте отряды противника кабана. Это кабан. Я понял, это кабан. Жесть. Да все. Они даже вылезти не успели. Олег кидает его просто. Как картошку, блядь. Стоит. О, молодец, Олег. Так, че он прячется за водонапорной башней? Умный, что ли? Он одного и того же берет и кидает в стену. По танкам еще шмалять этим, что ли? Пока тут не улетел. Ой-ой-ой, он же надо мной взорвется же. Херня. Где уроды еще? Нужно больше мразей. Гадюка. Готовка лазерная, нормально. Бабах. Бабах. Изи. Олег просто так стоит, он даже не стреляет, он ничего не делает. Даже спрыгнуть не успевают. Ой. Взорвись, взорвись, взорвись. Врубайся, падла. Ой. Они вылазят. Ну. Все, нету. Все. Вы должны выжить. Мы пытаемся. Опа. Здесь урод. Я его убил. Олег его бьет. Олег его забодал. Да. Это лазер такой. Он лазер ухерачил. Это тупо самолет людей X. Ты умирать-то будешь? А, ты сдох. А, не ты. Олег. Олега взрывают. Я вот членом, короче, задубашу. Давай, браток, стой. Да, там еще два летят. Мочи их.
Тут эта дура не хочет уже умирать. Тут один стоит. На него Олег накинулся, ты смотри, what the fuck. На него Олег накинулся. Халк, Халк рушить, Халк ломать. Ты видишь вот этого? Ты видишь, как Олег накинулся на... Нет? Нет, не видел. Лол, он летает. Жесть. Года точки сразу же, не будем воевать, сразу же бежим. Да, да, да. Горите, мрази. Ах, твою мать. Да открой же ты гребаную дверь. Да елки-палки, а я сейчас сдохну. Я сейчас тоже сдохну. Блять, пизда. А, я выжил. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. ХП, ХП, регень. Отлично, отлично, все, погнали. Го-го-го-го-го. Я упал. Вводи, веди. Не могу, ты водишь. Гони, гони, гони быстро. Че ты сам не стал? Да я не стал. Они в другую сторону, лол. Давай. Да я пытаюсь. Мясо. По нам лазер. Блин, патроны кончились. Полтора км. У нас сюда свернул. Фак. Понимаешь? Четыре щита. Да, да, да. Мы горим. А, я не выпрыгнул. Я тоже. Пст. Ты умер? Почти. Я сейчас сдохну. Спасибо. Беги, беги, беги. Я тебя прикрою. У меня хп прям очень ультра мало. Ёпарас, это лазер! Бляха! У меня лоу хп. Да, да, давай, ты сможешь. Я отрегенился, да. Отлично, отлично, машину ищи какую-нибудь. Сейчас будет тачка. Стой! Был ко мне. Быстро ко мне. Я тачку угнал. Я тоже. Ну го. Я на такой же. Ага. Погнали, все. Нам в ту сторону. Нам в ту. Го. Ай. О, звонят. Угу. Так. Прямо куча. По мне лазером каким-то бьют, что ли? Так, так же. Хорош! Это было четко с твоей стороны. М? Давай, ехал. Знали. О, тут наши. Так. Наши. А все, изи. Ох. Фу, жестко было. My name is Cyrus Temple, commander of the Special Tactical Anti-Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag. Кабан. Самый главный кабан. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. We have the full support of Mayor Reynolds. How will Stag impact? Какое влияние кабан окажет на повседневную жизнь? You and your families will be safe again. I asked. Let me tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home to be with her tough guy boyfriend. Jessica thought her life was pretty sweet until a gangbanger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally. If Jessica Parrish was your daughter, how far would you want me to go? Thank you for your time. Спасибо за внимание. Круповуха. Кстати, балл сколько? 8? Такой себе. Браток Виола. Ты все офф? Да, 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 да.
Я, короче, оф. Ты чё, пойдёшь GTA вести? GTA пойду стрелять. Окей, okay, ладненько, давай. Ты завис. Ах ты, сука! Ах ты, всё, ж, сука! Всё, давай. Надо сохранить игру. Стой, пока не уходи. Так, я, короче, выхожу из игры. О, мы на 43% игру прошли. Да. Давай, если что, короче, напишу тебе. Disconnected.